Следственная оперативная группа управления на выезд. Дежурному следователю, криминалисту прибыть в дежурную часть для получения дополнительной информации. По легенде, мы, следователи, заступившие на дежурство, выезжаем на свое первое дело. Не стоит волноваться, нам доверили раскрыть всего лишь импровизированное преступление – убийство. Криминалистический полигон Следственного комитета сыграл место происшествия. Вооружившись в первую очередь всем необходимым, а это перчатки и бахилы, журналисты приступили к осмотру места происшествия. Конечно же, под присмотром опытных правоохранителей, которые в любой момент могли помочь советам. Мы осуществляем его привязку. На месте положение описывается, предметы одежды. Привязка – это значит описать как? Точно, где он находится. То есть на каком расстоянии от забора, от здания, от каких-то неподвижных предметов. По предварительной информации, которая поступила в дежурную часть, драма разыгралась на заброшенном безлюдном хуторе, а значит, свидетели вряд ли будут. Значит, ищем различные улики и следы, указывающие на возможных подозреваемых. Вот только оказалось, что процесс раскрытия данного убийства далеко не так легок, как может показаться на первый взгляд. Потому на помощь журналистам пришел следователь по особо важным делам отдела по расследованию преступлений против личности и общественной безопасности Следственного управления ОСК по Брестской области Сергей Латышевич. Ведь если бы мы, журналисты, упустили бы малейшую деталь, то последующие шаги расследования не имели бы смысла. Каждое мероприятие, каждое действие, которое происходит на месте происшествия, важно все, потому что от каждого шага зависит дальнейшее развитие каких-то событий, да, и расследование конкретного преступления. То есть, если где-то недоработать на каком-то первоначальном этапе, последующем это будет гораздо тяжелее восполнить, нежели это можно было бы сделать сразу. Поэтому, постепенно это надо, вникать, надо во все детали, на каждом этапе. И начиная от выезда на место происшествия, начиная от сообщения о преступлении и последующем выезда на место происшествия, работы на месте происшествия и фиксации всех следов преступлений и так далее. Место происшествия осмотрели. Дальнейший ход следствия приводит нашу заряженную на успех группу в другую локацию. Там все свидетельствует о недавне состоявшемся обильном застолье. Нам же остается только изъять бумажные пакеты окурки, а наша съемочная группа лично снимала отпечатки пальцев с пустых бутылок и посуды. Продолжаем осмотр и находим еще один манекен с явными признаками суицида. При нем предсмертная записка с признанием в убийстве. Сразу появилась версия, что двое мужчин встретились по поводу возвращения долга, выпили, повздорили, и один получил удар ножом, а второй, осознав всю тяжесть последствий, повесился. Поделившись доводами с коллегами-профессионалами, мы услышали заветную фразу: «Ваша версия имеет место быть, будем ее анализировать». Это не может не радовать, потому у уставшие, но довольные журналисты поделились своими впечатлениями. Я под большим впечатлением, потому что для меня, в принципе, как для журналиста, это очень важно, потому что мы освещаем разные сферы, и в том числе Следственный комитет, и освещаем их работу, их вообще деятельность профессиональную. И, конечно, когда ты это прочувствуешь на себе, это уже выглядит совершенно по-другому. Ты видишь, насколько сложная их работа, насколько она интересная и все-таки насколько она щепетильная, потому что в этой работе надо понимать, что тут все очень тонко. Сегодняшний опыт, это было впервые, это было очень интересно, познавательно. Мы узнали, что насколько все зависит от нюансов, насколько следователи должны быть щепетильными, учитывать буквально все, что вижу, все описываю, потому что любая деталь может натолкнуть на какие-то, способствовать раскрытию преступления. Мы увидели, какой арсенал находится в ведении следователей. Это современная и техника, и все различные химические какие-то элементы, составы, которые помогают распутывать преступления. Естественно, нам помогали уже опытные следователи. Картинка сложилась. Мы считаем, что, испытав себя в роли следователя, это в дальнейшем станет хорошим подспорьем и в нашей журналистской работе.